Люди, я один из волхвов. Мы видели звезду, и мы пошли поклониться Иисусу Христу, Спасителю нашего народа. И сейчас вы увидите, как это было и что происходило дальше. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к деве, обреченной мужу именем Иосифу, из дома Давидова. Имя же деве Мария. Здравствуй, Мария! С тобой Господь! Не бойся, Мария! Бог выбрал тебя. Ты скоро родишь сына и назовешь его Иисусом. Он станет спасителем и царем Израиля. Бог сделает так, что ты забеременеешь и родишь сына. Я готова служить Господу. Пусть все произойдет со мной так, как ты сказала. По обручении Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в чреве от Духа Святого. Иосиф, муж ее, будучи праведным и не желая огласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, вот ангел Господень явился ему во сне. Иосиф, не бойся взять жены Марию, потому что ребенок, которого она ждет, от Духа Святого. Мария родит сына, и назови его Иисус, потому что он спасет людей от грехов. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле. Внимание, внимание! А по приказу кесаря каждый человек должен пойти в свой родной город и записаться. Повторяю, в свой родной город и записаться. Эта перепись была первая в правлении Квириния Сирии. И пошли все записываться. Каждый в город свой. Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова, записаться с Марией, обрученной ему женой, которая была беременна. И спеленала его, и положила его в ясли, потому что не было им места в гостинице. В
той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего. Вдруг предстал им ангел Господень, и слава Господня осияла их, и убоялись страхом великим. Не бойтесь, я принес вам радостную весть. В Вифлееме родился Спаситель, Христос Господь. Вы найдете младенца в ясли. Славьте Бога Вышний, славьте на земле. Он благ, Он благ, аминь, 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 аминь. Небеса ликуют, и поет земля. Thank you.
поколение мое. Тихо над полями опустилась ночь. Иисус родился, чтобы нам помочь. Мудрецам с востока Бог открыл глаза. Путь им указала новая звезда. Путь благоволения, мира и любви мудрецы подарки Богу принесли и склонились низко с трепетом сердец. Возлюбил нас грешных любящий Отец. Из далекой земли, из далекой страны путь опасный совершать. Из далекой земли, из далекой страны путь опасный совершают волхвы. Не взирая на труд, по пустыне идут за сиянием новой звезды. Сердце бьется в груди, уже близко они. Путь тяжел, недаром прошли. И Иисусу Христу, неземному царю, поклонившись дары поднесли. Лишь не надо идти из далекой земли и дороги опасные мерить, чтобы к Богу прийти и отраду найти. Нужно сердцем всем Господу верить, и Христа возлюбив, перед Ним положив свое сердце и краткие годы. Ради мира всего не отречься Его, дорожа Его даром свободы. Вновь звучит благая весть, и светлеют лица. Хорошо нам с вами здесь радостью делиться. Для того рожден Христос, чтобы в мире этом меньше было грех и слез, больше было света. Он родился, чтобы обнять нас любовью вечной, путь на небо указать к жизни бесконечной. И поэтому звучит радостное слово, и скорбящий мир дарит Рождество Христово. Пойдемте, дети, лучший лев нас радость посетила. Отец Небесный людям всем послал Еммануила. Пойдемте, дети, в Назарет поклоняться Иисусу, что дает спасение, свет и исцеляет душу. Пойдемте в Иерусалим, вспомним мы Осанну. Будем с Господем мы самим на небе непрестанно. В сердце радость у нас, праздник наступил. Сам Господь в этот день нас благословил. Пусть войдет в каждый дом, принесет тепло. Радость, мир и любовь – это Рождество. Все. Рождество – это праздник света. К нам пришел Иисус Христос. На этом планете, кто спасение в мир принес. Теперь точно все. Да. Давайте поаплодируем.